Это надо записать, я это записываю, надо потом вставить в моменты смешные. Так, иди сюда. Пошел бы ты отсюда, петушок. Пошел. Это за Гордона Фримана. Так, давайте каждый возьмет какую-то... Тихо, слышь, почему из вас... Из вас двоих он решил только черного меня ударить? Ну, это жахта. Короче, берем чемоданы и кидаем в него чемоданами. На, нах. Давайте сканим. Ай, он за мной. Тихо, тихо, тихо. Пока, пока, пока. Иди сюда. Тихо, братюк. Привет! Почему все время за черным он бежит? Если я черный, это не значит, что меня можно бить. Ты сам выбрал себе участь. Не, давайте потом это запишем. Тебя убьют. Рэй, за черного ты знал, на что ты шел. Да, я знал. Тихо. Ой, меня зафоткали только что, меня кто-то зафоткал. Это тебя на стену. На аватар. Правильно, фигач биомода, его можно. Эй, не надо меня. Мочи треба. Мочи черт. Я не могу с этого. Ой, я, кажется, язык свой не чувствую. Смотрите, здесь, короче, еще рабство преобладает, походу. Крепостное право, видимо, еще не отменили, да? В Сити 17. Да, еще говорят, что у нас поздно отменили. Так. Так, фигачьте. А слушай, склинтаж, ты где? А, все, у меня догрузилось. Давай, заходи, тут, короче, жесткий троллинг. Да я слышу. Подойди к нам. Почему ты меня трогаешь? Ау, эй, ты. Welcome to the candy shop. Он хочет тебе Magic Stick в задницу засунуть. Видно же. В противогазе. Да фигач его, Ребята, стойте его. Эй, тихо. Такой крутой, да? Задрал уже черного бить. Эй, ты... Эй, пацаны, зацените, как я его сейчас буду троллить. Смотрите. Эй, ты! Ты ему жопу показал. Да. Да, как мне сервер-то искать? Давайте мы вокруг него храм подпишем. Правильно. Давайте, короче, на корточку. Привет! Вот черный парень должен сделать приятный ему. Смотри ему, как приятно, даже не бьет. Зачем ты обижаешь черного парня? Собака. Нам не хватает склинташа, походу. Да, все, сейчас, одну секунду. Да, заждались. Ау, эй, ты! Бей биомода, бей, короче. Нет! Давай, фигач, Глеба, по яйцам. По яйцам Глеба, давай. Так, стоп. Выйти. Давайте только потом перезапустим сервер, а то... Конечно, перезапустим. Я попробую подключиться, а то мало ли что. А как, кстати, как мне его найти? Вот у меня проблема возникла. Кого, сервер найти? Да. Какой из... Выйди из игры. А и там, где у тебя друзья, нажми, выбери нас и присоединиться к игре. А, ну я могу и через... Через... У меня просто через это не получалось. Короче, пошли дальше. Пароль. О, какая классная дверь. Смотри, какая тут цыпочка. Черный к цыпочке. Какой пароль? 6-4-3-2. Да. Шестерки до единицы. Да, детка, да. Тихо, не кидай коробку. Кстати, можно попробовать в волейбол поиграть с коробками. Берем чемоданы. Мне кажется, ли у меня сейчас вот игра, вот, ну... Тут раскачивание камеры есть небольшое, я заметил. Раскачивание камеры? Ну, во, то есть, что, там она слегка раскачивается. Написано. При поворотах и прочем. О, газировочка, спасибо. О! Кто желает доктора Пеппера, да? Давайте-ка мы его угостим нашего друга. Да, я застрял! Я угощу нашего друга, ребята. Давайте тёлочку, короче, гуляем. Привет! Тёлочка стоит. Эй, пусти! Тут цыпочка няшная стоит. Давайте мы её угостим, чё? Девушка, я, кажется, вижу ваши стринги. Где? А мои стринги разделили. Так, давайте заценим текстуру бабы. Текстурку 80. Аналитику сделай. Это была кепка. Глубокая анальная аналитика, да? Глубокая во всех смыслах аналитика женщины. Пацаны, а меня в темноте видно, если я черный? Меня видно в темноте? Если ты не убьется, то нет, мы тебя не найдем. Вот так. Стой. Видео. Так, клавиатура. Ну что ж. Фонарь. А, фонарь есть. Только фонаря у нас такового нету, ну пофиг. О, пацаны, здесь столовая. Пошли посмотрим, что тут есть. Пошли похаваем. Ой, я и шляпку один нашел. Подождите. Так, я себе нового друга нашел. Присоединяйтесь. У него тут шаурма, походу, бухло. А, я его погубил. Ну что, как я с черным? Нормально, то есть? Нормально, на, угощайся.
Это вам, ребята. Ты что-то помой какие-то принес. Тебе покушать принес. Я вам покушать. Пацаны, я вам хорошие музыки принес. Олег. Ау. О, телефон есть, короче. Тихо. Трубка не надо. Телефон надо. Телефон не надо. Забирай. На, позвони, короче, домой, скажи, что все хорошо. Это не волнуется. Поступил, не поступил. Алло. Да, что-то не работает. Алло, это прачечная? Хуячечная. Йоу. Йоу. Какие-то безумцы просто. О, там много, смотрите их, можно там патрулить. Там много безумцев. Ловите телефон. Так, я как черный, я бегу первый. Я в игре, я в игре. Ура, ура, ура. Я заснял, я заснял. О, так, китаец, подожди. Тихо, тихо, этот пидорок просит, чтобы я... Привет! Тихо. Я вижу, просто тусовка неплохая проходит, да? Контрабанда, ау! Плати ящиком! Дайте мне, как снова. Почему меня первого бьют? Почему меня первого бьют? Несправедливо. Ты же черный. Что происходит? Походу, сейчас будем снимать детское порно. Слушай. Какой идиот стол разломал? Я же на нем сидел. Ладно, я в коробке тогда. Ау, эй, отстань. Олег в домике. Я не видим. Черного не бьют, потому что он в коробке. Не да? Подходи! А какой у меня скин персонажа? Телочка, конечно. Ты женщина? Телочка. Довольно жирная, страшная женщина. Отличный образ. О, это этот же черт, короче, наш, да, походу? Да, это наш, дружище. Это наш чувак. Смотрите, там Бибера пытают. Бибера пытает. О! Знаете, мне напоминает горячий немецкий порно. Один черный парень и три женщины. Ладно, пацаки, заходим. Вовпе знает толк в извращениях. Да. Ребят, тут кто-то ведро оставил, кто-то, наверное, пробивает. Я застрял, не могу, уйдите. Лампой тебе в щи, сударь. Ведро. Ребят, да. Ведро надо. Лампой тебе в щи. Надо. Кто-то стулом бросается, кто-то ведром, нормально вообще. Рабочая обстановка. Ребята, мы, кажется, вместе сидим. Лампа, надо. Ребята, если вообще кто-нибудь слушает этого парня, который вообще стоит, совсем плохо. Ребята, вам не кажется, что мы сейчас весь сети сидим? Ведро на голову. Оденьте. Скайрим, воруем. Ведро на голову. Ребята, скайрим, воруем. Давай, давай, фигачь. Воруй, убивай. Воруй, убивай. Убивай, еби гусей, да? Ребята, это мой компьютер. На, где вот этой хренью по щам, дружище? Так, одеваем, короче, ему ведро на голову. Жаль, нельзя крутить, как в Амнезии, сейчас бы одели бы точно. Ребят, похоже на то, уже, что уже. Кресло, в котором я сегодня сидел. Как отсюда выйти? Что делать? Куда бежать? Так, черный должен залезть повыше. Черный-то как кто? Заткнись! Запрыгните на меня, кто-то залезет наверх туда? Я вижу твою задницу, ты прозрачен. Так, текстур вообще... 95-й год, ёпта! А послушайте старика, он, походу, истину глаголит. Да ладно. Да, он что-то... Ребята, я нашел. О, ведро, давай, давай, давай! Не один! Чуть-чуть нам... Ахшем! Стулом! Стулом! Эй, стойте, стойте! Я в ком-то застрял. С тобой совокупились, походу. Повет меня! Я не могу вообще ничего делать. Стойте. Парни, спасите, реально. На, вот тебе коробочку. Парни, вы куда убежали? Вот это звук. Парни. Ребята, ловите бутылку. Мы застряли здесь, внизу. Ловите. Разобить. Я иду к тебе. Бах. Ай, черт, бутылку пропал. Кидайте Олегу бутылку. Там мы застряли здесь еще. Жи, кирпич. Парни. Кирпичный парк. Они прыгали. Парни, возвращайтесь, помогите. Как мы вернемся, мы выпрыгнули в окно. Женя, зацени. Смена уровня. О, смена уровня, наконец-то. Сейчас все будет окей. Сейчас все будет отлично. Подожди, давайте... Ну как тебе? Тебе нравится во мне, да? Черный. Нет, значит. Подождите, может, со мной начнем? Я вот ведро-то хочу взять. Ребят, с самого начала, может, начнем или нет? Да, давайте начнем, может. Ладно, пока откучаемся. 120 кадров, ю-ю. 290 кадров.